Вечер памяти Гаврила Ивановича Прибыткова прошел в Бийске. В этом году известному художнику исполнилось бы 90 лет. В выставочном зале до 5 февраля будет работать экспозиция, на которой можно увидеть работы мастера разных лет. Последние работы, которые вот поступили в фонды нашего музея, поступили от его вдовы Зинаиды Александровны, которая подарила фонды нашего музея портреты графические. И вот на наш взгляд, это лучшие работы, вот, сделанные Гаврилом Ивановичем за вот его творческий период. Рисунки, портретные зарисовки, сделанные в разных командировках, сделанные очень быстро, карандашом или тушью. Ну, вот они представляют большой и широкий интерес. Гаврила Иванович несколько десятилетий проработал в Бийском педагогическом университете. Был организатором художественно-графического факультета вуза, а также был одним из организаторов открытия выставочного зала в Бийске. Активно участвовал в культурной жизни города и посещал не только экспозиции художников, но и музыкальные поэтические вечера. Кроме того, Гаврила Иванович занимался исследовательской работой. Прибытковым написано множество книг, монографий и статей. На его картинах, которые сейчас представлены в выставочном зале, в основном изображена природа Алтая. Мастер любил красоту наших мест и часто выезжал в горы. Кроме того, на полотнах можно увидеть не самые примечательные, но при этом узнаваемые виды нашего города. По ним можно проследить, как строился и развивался Бийск. Гаврил Иванович, он действительно был разносторонним человеком, то есть вот главное его качество, наверное, вот из многочисленных, да, вот это именно его многостаночность в хорошем смысле этого слова, то есть он прекрасно разбирался в философии, в эстетике, вот, он сам был художником, то есть я всегда помню его фразу: теоретик теоретиком, но ты должен быть всегда практиком. И он и теоретик, и практик одновременно, и вот в этом его ценность большая, то, что одна его ипостась как бы дополняла другую.